Привет всем неравнодушным к автоспорту, на связи Андрей. Рад видеть вас на моем канале. Как у вас дела? Надеюсь, что все хорошо и вы полны сил и оптимизма на просмотр нового ролика. Сегодня в меню Zandvoort. Не уверен, что это популярный трек, но как для изучения новых связок поворотов и получения практики сойдет. На первое – быстрый круг. На второе мои комментарии к нему, а на десерт вид на повороты сверху и сетап. Приятного аппетита! Нас встречает длинная прямая. Начинаю тормозить перед табличкой «Осторожно, Тарзан» или «Красной линии». Смещаюсь правее к поребрику, скидываю до второй и прямо перед ним отпускаю тормоз. Прокатываюсь по шпильке, открываю газ, когда конец баннера впереди проходит середину автомобиля. Ну или по вашим личным ощущениям. Где-то в середине левого поребрика кратковременно торможу и скидываю до второй. Без газа вкатываю в правый поворот. Ошибся, притерся к поребрику. Выпрямляю руль и открываю газ. Заканчивается надпись справа, торможу и скидываю до первой. Въезжаю в поворот без газа. По вашим личным ощущениям или как только оранжевый элемент ограждения пройдет в середину авто, плавно открываю газ. Дальше плавные повороты, прохожу на полном газу. Торможу у конца левого ограждения, скидываю до третьей. Придерживаюсь правой границы трека. Перед правым поребриком открываю газ. После вывески торможу и скидываю до третьей. Нахожусь максимально слева. Приближаясь к эвакуатору, смещаюсь правее, чтобы максимально сильно срезать правый поребрик, после чего открываю газ полностью. Метров за 30 до знака справа торможу и скидываю до второй. К поребрику качусь без газа, потом добавляю. Начинаю тормозить за 5 метров где-то до оранжевой части ограждения. Скидываю до второй. Слегка протягиваю вперед, к поребрику не прижимаюсь. Открываю газ, как эвакуатор впереди пройдет середину авто.
Торможу за 20 метров до начала поребрика слева. На поребрике не заезжаю, шикану прохожу на первой. Открываю газ полностью, как вижу оранжевую метку ограждения, ну или по вашим личным ощущениям. И снова оно, оранжевое ограждение. К сожалению, ничего более подходящего не находится. Торможу у него, потом скидываю до второй, отпускаю тормоз, качусь, газ открываю, как проезжаю правый поребрик с максимально возможным наездом. После окончания насыпи слева, перемещаясь к правому поребрику, газ нужно держать полностью, но мне пришлось на 15% где-то отпустить, чтобы не вылететь с траектории. Отпускать полностью нельзя, будет большая потеря времени на выходе. А вот и все. А теперь десерт. Вид поворотов сверху. Я вообще хотел спросить вас, нравится ли вам такой формат, что сначала быстрый круг, потом разбор, потом вид сверху на то, как выглядят, собственно, сами повороты, да, на траектории и в конце сетап. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение, может, вы что-то хотите добавить, изменить. Мне это интересно и важно. А вот и сетапчик подоспел. Спасибо вам за просмотр. Если было неплохо, буду рад вашим лайкам и подписке. И комментариям. Всем добра и берегите себя. До новых встреч!